Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Денис, и мы после небольшого перерыва мы продолжаем проходить игру «Две сорванные башни». Так, мы остановились на самом прошли, теперь у нас лес. Что-то мне подсказывает, что весьма сложно здесь будет. Ну, давайте посмотрим. Ага, так значит. Легавас. Давайте агронома возьмем. Всех убью! Один останусь! Вау, мне вообще уже это не нравится, я бы сказал. Так, Про деревянный лес в Рахлендии ходили весьма подозрительные слухи. Болтали про беглых урок, зомбарей шатунов, самоходные деревья и смертельные радиоактивные лужи. А после третьей шепотом вещали про полную чертовщину, вроде снайперов-кукушек и контакты с внеземными цивилизациями. Разумеется, верили в подобное только любители газеты «Аномалия». Ну да. Так. Что это за... Короче, выполнить, давайте ставить. Что это за... За мухоморы, которые взрываются. Блин. Что это за грибы, понимаете? Это что? Это что? Да. Замечательно просто. А как тогда здесь быть? Ну а как тут? О. Ага. Я всех-то здесь не могу. Не смогу. Чёрт. Отходим, отходим. Может, по-другому никак. Во. Чёрт. Вот ведь чё. А в чём смысл? Ой.
Вот ведь чёрт. Это... Что-то они не дыхнут совсем. А ты куда целишься-то? Как учили в Академии Гондурасов, пах целишь. Ты что, совсем дурак? Это же зомби, а не орки. Зомбям в голову стрелять надо. Это все знают, идиот. Ты приклад ты неправильно держишь. Если хочешь, незнакомец, пойдем вместе. Но я не настаиваю. У нас тут просто учение. Еда. А как я без патронов, соизвольте знать? Что-то они не дыхнут совсем. А ты куда целишься-то? Как учили в Академии Гондурасов, пах целишь. Ты что, совсем дурак? Это же зомби, а не орки. Зомбям в голову стрелять надо. Это все знают, идиот. И приклад ты неправильно держишь. Если хочешь, незнакомец, пойдем вместе. Но я не настаиваю. У нас тут просто учение. Вот ведь черт. Все. Oh!
Ну, а нафиг. Спасайся, незнакомец! Мы их задержим! Так, каким образом вы их задержите? Да и... Скорее! Укроемся от зомби в доме! В теплом доме, ага. Проклятие! Это тупик! А ну откройте дверь! Чего? Пусти нас внутрь! Тут на нас охота! А есть кто дома, а? Придется драться! Чем побери! А так хочется мира, покоя, любви! А чего они от нас хотят? Может, просить у них благо вас? Ты дипломат! Все ясно, другими! Это называется основной интервью! Так. Агаваш, ты уже тогда став три патрона. На крайний конечно, сюда отбиваться. Надеюсь, уже без грибов. О, пулемет. Пригодится. Кто это? А что делать-то надо? Опять убиваться или куда-то идти? Так, тихо. Так, сейчас. Вот так.
получаете уже. А дальше куда? Как его замочу тут? Он пока не уязвим. Ой! Понятно. Опять убегать. Опять прыгать. А нет. Так, пока у нас самое. Ой, господи.
Да, в общем. Кто же этот мерзавец, решивший меня разлюбить? Убивать тебя я буду медленно. Дэнс! Только вот... А, всё. Дрёгород, что ли, Дэнс? Что это? Тихо! Что это? Майор Пендаль. Значит так. Я теперь мистер Белый и хозяин здешних плодородных мест. Прошу меня впредь узнавать и слушаться беспрекословно, как раньше. И коли так, ты, агроном, теперь будешь у нас мистер Черный, ты, Гиви, мистер Рыжий, ну а ты, Логовас, мистер Голубой. Ура! 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 Получено новое оружие. Всегда здоровье и все. Да, так. Давайте еще один попробуем. Монастырь. А, тут уже у нас Пендаль. Ну, за Пендальфа я еще здесь не играл, так что он будет поиграть. Сила белого ниндзя! Угу. Путь белого ниндзя – это путь сострадания. Только научившись видеть мир глазами ликвидированных врагов, воин может прокачаться до наивысшего уровня и обрести просветление. Для этого каждую минуту своей жизни он должен посвятить непрерывной прокачке. Убивать во сне, убивать за столом, убивать на горшке, душить подушкой, тыкать вилкой, дубасить унитазным ершом. С осознания этой великой мудрости и начинается путь белого ниндзя. Oh!
короче, надо тут всех уничтожить, да? Ладно. Я не понял, а откуда вы все... Короче, тут лазали. Че понял, ну, спасибо. О, блин. А это как пройти? Так, ну-ка. А, вот что. Вот. Вот здесь уже посложнее. Блин. А, надо вот так, ну. Да господи. Что ж такое? Да и как здесь пройти? Я ж прошел, алло. Разрабы, я ж прошел. Хорошо хоть. Чего я здесь сделали? О, стоп. Блин. Я же могу что-то сделать. А, нет, не помогает. Да что ты будешь делать? Не, ну посмотрите, это что за... Так. Да это невозможно. Да как здесь пойти-то? Стоп. Я ж прошел. Вот прошел уже. Стоп. Так, я прошел. Да. Да что ж ты будешь делать? Да.
Она меня тупо достает, это... А тут невозможно пройти. Нет. Господи бог. Золотая рыбка. Господи, бог ты мой. Хоть бы чекпоинт сделали в натуре. Вот здесь вот. Как здесь пройти? Это же... Можно сказать, невозможно. Это же... Стоп. А как вообще? Тут надо это... А как здесь пройти? Тут надо каждое движение рассчитывать. Да боже ты мой, золотая рыбка-то, а? Ну ладно, золотой пендаль. Как здесь пройти, интересно? Просто реально. Я не понял, я же спокойно стоял и ничего. Да вот опять. О, наконец-то. Ага. Короче, сам надо спонтанно просто идти и все. В основном. Куда что? Что это за колобок, блин? Что это за покемон недоделанный? Покемон-колобок.
опять покемоны. Ой, господи. Так. Вот отсюда. Эй, какого? О, что сейчас было? Опять? Так я же здесь был. А нет, не его. Как здесь? Прыгать? Короче, попросту буду прыгать. Не знаю. Стоп, они исчезают? Ой. Стоп. Тихо. Да тихо, ну. Что такое? Ой. Не, тут. Как я просто идти там, да? Да стоп, я ж прошел, чё ты говоришь? Да я ж прошел помимо этого. Да. Короче. Да короче. Нету этого. Как это? Да шо ж такое-то? Вот давай! О, наконец-то. А теперь мне главная задача, как здесь пройти. Без этого. Так. Тихо, блин, почти же. Ну все, теперь мне уже так не получится. Да вот почти опять, вот прижало. Давай! Какого, мать его, сейчас произошло? Да ты меня за... Чё за... Подождите. А-а-а, так это... Этот что ли такой? Да что такое? Да что такое это? Что за... Так я же нормально здесь проходил. Да что такое-то? Да что такое-то? Почему так быстро? Да что ж...
Такие звуки, знаете, как будто... Да что ж такое-то? Да хватит! Да хватит уже! Да хватит уже меня пробивать так. Что за дебилизм придумали, а? Где видно, что ниндзя мимо... Этих... Лагерь, проходи. Блин. Да что ты будешь делать? Да, господи. Да что ты будешь делать? Хватит! Хватит! Да хватит, я же отпрошел эту хрень. Ой. У меня еще еды нету, ну вообще замечательно. Да хватит. Да хватит уже. О. Благодаря многому я смог это пройти. Представляете? Хватит уже, ну хватит натуре, а! Да что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Вот, вот опять почти получилось, но... А все равно я рано радуюсь, потому что там еще будет... И еще будет... Да что такое, почему у меня здесь постоянно вот... Вот как здесь можно вот... Блин... Да что такое-то, он просто... Он рандомно появляется, он просто вот... Да как, я же прошел! Да что такое-то? В натуре, да... Тихо, да что ты тормозишь, давай! Давай. Так, тихо. Что? Что делать? Блин, ну проклятая ты ловушка. Я же Господи. А. Как там же делать? Да что ты будешь делать? Хватит уже здесь меня... Я даже не касаюсь этого... Вот опять. Короче, тут надо... Да хватит уже! Чё ты тормозишь? Да блин, ну... Разрабы, где вы видали, чтоб этот... Да что ты будешь делать? Хватит! Хватит! Вот он вот просто вот... Да приколы что ли доходит? Да что ж такое-то? Да хватит уже! Хватит уже! Да хватит уже в натуре, а! Господи... Блин, не вовремя прыгнул. А как там-то пройти, мне интересно? Да блин, я не успел появиться, меня уже здесь это. Хватит уже. Тихо.
Да блин, да... Да блин, да, да блин, да... Я не успеваю по... Не успеваю появляться, меня уже тут... Хватит уже. Да хватит издеваться надо мной уже, блин. Нет, ну этот, блин, этот я научился. Да я же не касался его, господи. Короче. Как повезет, так повезет. Да я же почти, а. Ну блин, ну за что мне? Да. Да блин, я не касался этого вот этого вот. Да вот опять. Все, теперь здесь как пройти. Да. Давайте тут. Ну я же почти прошел. Хватит издеваться надо мной, игра, алло! Что ж ты, ниндзя сраный? Эй, где видно, что пендаль стал ниндзя? Вообще не понимаю. И где-то видно, что ниндзя? Извините меня. Да хватит! Хватит уже! Да в натуре, а в натуре... Да в натуре! По натуре, что это сейчас было? Вот опять. Ну я просто. Да хватит! Это как это свойство у него. О боже. Да я же прыгнул через эту... Что? Что? Что это за... Сейчас было такое? Что? Слышь ты? Хватит издеваться надо мной. Слышь, игра. Я сейчас убивать буду тебя сейчас.
Нет, не хочу я переигрывать. Ну давай уже что-нибудь делай. Короче. Путь. Так, мы продолжаем. В общем, закупил я немного. Извините. В общем, мы это прошли. Там надо было просто, оказывается, пройтись. Поэтому лазер и все. Ну, когда это финальная там ловушка, типа ловушка появляется. Хотя это не ловушка. Это просто такая ловушка, которую можно пройти просто так, ну, сквозь нее. Так что уже извините, так что склеивать не буду. Даже когда врагов слишком много, белый ниндзя не думает. Белый ниндзя действует. Так. Вы встретите меня, ребят, за тупость. Просто у меня еще раз повторяют слепое прохождение, поэтому. В принципе, ничего страшного. Раунд один, что? Из Васильника когда теперь Mortal Kombat будете делать? Не, ну точно, он болельщик, а тут вылез здесь не то покемон, хрен. Не, ну реально похож на покемон. Чё я теперь сделаю? Там у него похож. Yeah.
Гэндальф не помнил, сколько все это продолжалось. Но обучение в технике белого ниндзя все-таки закончил. И даже получил белый билет. Что это за... О, наконец-то. Ой, блин, чертов уровень. Ой, извините, ребят, за мою тупость, просто говорю, это уже для меня слепое поколение. Начиная с, по-моему, с всадников. Я только до болота доходил, да и то я болото полностью проходил. Я теперь прошел. Так. Здоровье, как всегда. Изенгард. Ой, Изенгард, да. Тут даже написано Изенград. Ну, гоблин, как всегда. Багуны, морг. Смысл. Ну, ладно, в общем. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. До скорых встреч.